продукты заканчиваются, мы, конечно, ускорились. Конечно, было очень страшно, потому что тебе могло попасться совершенно что-то несовместимое, и приготовить из этого что-либо нормальное невозможно. Поэтому, конечно, началась паника и такой легкий страх. Вытрите это. На этом мы, на черном. Да, на черном. И базилик, где мой базилик? О, отлично. Погнали. Мы подготовили блюдо, выложили на чипсы с пармезана наши овощи, отправились к Эктору. Мы приготовили такой традиционный в Украине, не знаю, как на Западе, ингредиент туда добавили, как ревень. На Западной Украине он называется румбамбар. И блюдо мы назвали овочевый румбамбар. Мені подобається, хіба що нарізка овочів. Але смаку страви як такого немає. Ревінь як ревінь. Ваша страва їстівна, але не дотягує до мого так. Тому відправляйтесь назад та готуйте нову страву. Добре. Дякую. Спасибо. Бестре! Погнали, время мало. Так, що делаємо? Ната вже була в кураже, вона була в стресі. Она начала делать для креветки темпуру, для того, чтобы ее обмакнуть. Я начал делать из ананаса чатни. Ну, в любом случае, все, это последний шанс. Мы буквально сделали вторую закуску, сделали буквально за 5 минут. Реабилитируемся. Bueno, презентуйте страву. Это креветка в соку. На ананасовой подушке. На ананасовой подушке. Какие подушки? Пожалуйста, здесь нету подушки. Да. Где матрас? Ананасовой сальсе. Какие подушки? Ананасовой сальсе. Я не люблю эти слова. Извините. Какие, где подушки? Нету подушки. Давайте, да, я скажу, что это креветка в соку, потому что она находится на ананасовой сальсе. Я забороняю вам використовувати таку термінологію. Забудьте про подушку. Поняли. А подушки, да, как лягушки, ускакали от меня.